Всегда загнанные в угол начинают радикализироваться. Это просто такой животный инстинкт, когда ты загоняешь в угол какого-то волка, он начинает огрызаться. То есть чем больше давишь, тем сильнее сопротивление. Я не знаю, к чему это приведет. Ни к чему хорошему точно, и в том числе репутационно для страны. На эту ситуацию уже смотрят международные доноры. Наше правительство всю жизнь было грантоедом. То есть, это, значит, есть риск, что будут недофинансированы какие-то программы, бюджет, еще что-то за счет международных грантов.